Я проголосовал за будущее наших детей, за мир, для того, чтобы у нас были нормальные отношения с центральными властями Кишинева, для того, чтобы мы могли развить экономику, для того, чтобы открывать рабочие места, увеличивать бюджет, и для того, чтобы действительно наша родина Молдова знала, что в Гагаузии живут патриоты, те люди, которые всегда любили, любят и будут любить нашу родину Молдову.